Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале «Про цветок». С вами сегодня Ломонос Петр, опытник с огромным стажем. Что мы поговорим? Сегодня поговорим о сидератах, которые будут лучшими после картофеля. Но вы сами знаете, что картофель такая культура, она, конечно, урожайная, дает приличные урожаи, но на картофеле бывают фитофторы, на картофеле бывают нематоды, и не всегда мы вот картофель высаживаем после картофеля. Потому что картофель, как бы это, он выносим на культуру, он дает хороший урожай при посадках картофель по картофелю. Но, тем не менее, после картофеля могут расти и другие растения на следующий год. Поэтому очень желательно, для того, чтобы в почве не было болезней, не было вредителей, и сорняков не было, мы постараемся нашу площадь занять сидератами. Какие сидераты подойдут? Вот, например, у меня убран ранний картофель, на следующий год здесь будет расти лук. Поэтому как сидерата, для того, чтобы отпугнуть нематоду, у меня посеяна горчица. Посеяна горчица, она своими корневыми выделениями убивает нематоду, соответственно, обеззаразит почву. Ну, это как бы частный пример. Вот. Но это такие сидераты, как горчица, они, конечно, подойдут при посадке до 25 августа. Ну, на улице сентябрь, конечно, уже с горчицей мы опоздали. Потому что как бы в эту пору многие еще покупают горчицу, покупают редьку, покупают рапс, высевают. Ну, смысла большого сеять в эту пору эти сидераты я уже не вижу. Почему? Холодная погода становится прохладная. Сидераты к наступлению заморозков где-то достигают 15 сантиметров высоты. То есть они не создают ни массу, они не оказывают заметного влияния на микрофлору почвы. Уже их время ушло. Что можно посеять в сентябре месяце для того, чтобы обеззаразить почву, вот, и чтобы почва была пригодна и под картофель, и под другие культуры? Выбор сидератов тут не так уже и большой. Значит, ну, сидератов основные – это злаковые. Это озимая рожь, это овес. Вот в эту пору еще можно посеять озимый рапс. И в эту пору можно посеять вику и белый клевер. Ну, белый клевер мы будем сеять в том случае сеять. Его можно сеять до 25 сентября. Что он будет, с учетом, что он будет оставаться весь следующий год на участке. Здесь можем высеять, он перезимует прекрасно. И что следующий год он будет обращать почву. Но у нас не всегда получается, чтобы у нас так земля пустовала, как бы под таким паром, под белым клевером, целый сезон. Нам необходимо, чтобы уже земля на следующий год была в обороте. Озимая рожь, конечно, хороший сидерат. Она глубоко проникает в корни, 2-3 метра корневая система проникает, уничтожает нематоду, уничтожает многих болезнетворных микроорганизмов. Но есть большой минус у нее, что она на следующий год, даже будучи скошенной, заделанной почву, она может прорастать. Вот, что это является минусом. Поэтому наше внимание мы обратим на овес. Овес, почему овес? Потому что овес до наступления заморозков успевает дать массу высотой где-то 50-60 сантиметров. То есть масса очень хорошая. Хорошая масса. Эту массу еще можно, почва пока не замерзшая, можно заделать почву. Заделать почву, то есть улучшить органическое вещество, увеличить количество органического вещества в почве. Улучшим количество органического вещества в почве, значит, на следующий год все будет лучше расти. Вот, ну и далее. Тут как бы некоторые боятся чего? Что все злаки привлекают проволочников. То есть та же и рожь может, проволочник идет. Но уже почва начинает холодать, и проволочники уходят на глубину. Поэтому злаки, которые будут на этой земле расти в осеннюю пору, как бы проволочника уже не привлекают, потому что он уже уходит глубже. Вот, запоминайте этот момент. Вдобавок, то, что есть на злаках, те болезни, та же ржавчина или та же головня, они не передаются овощным культурам. То есть овощные культуры совершенно не пострадают. Поэтому смело обращайте на эти сидераты свое внимание. Ну, а зимний рапс, также подскажу тоже, что он тоже будет обеззаразить почву. Не хуже будет, конечно, той же горчицы расти. Но опять же, его весь минус, что он весной, и рапс, и та же вика зимы, они весной будут прорастать. Поэтому вам придется бороться потом с ними, как с сорняками. Ну и самое главное правило, чтобы сидерат был хороший на вашем участке, чтобы зашерстал, это густой посев. Норму посева увеличивают 2-3 раза. Сеют густо. За счет этой густоты, значит, сидерат заглушает все сорняки, которые на участке сорняков нету. Ну и добавок своими корневыми выделениями. Вот, или потом зеленой массой. Он убивает почву различные болезни и вредителей. Так что, надеюсь, вы запомнили сидераты, которые можно посеять еще в сентябре месяце. Напомню, озимая рожь, овес, вика мохнатая или озимая, белый клевер и озимый рапс.
Вот весь выбор культур. То, что подходит для ваших климатических условий, смотрите сами. Что вам позволяет еще погода, время вырасти какую культуру. Но я думаю, что овес ставка будет самая надежная. Потому что, что в любой средней полосе, он всегда успевает дать хорошую зеленую массу. И весной не доставляет хлопот. Даже если вы не успеете его заделать в почву, он прикроет почву. Весной ваша почва не будет трескаться под лучами солнца. Она будет сохраняться рыхлой и свежей, как говорится. Вам отличных урожаев, поменьше болезней и вредителей на участке, ну и радости от работы на земле. До новых встреч!